как и все, я волнуюсь. Но я постараюсь коротко, но я расскажу вам такую потрясающую историю, которая так изменила жизнь мою и моей семьи. Это просто, просто невозможно. Еще раз представлюсь. Наталья Бусуёк. Мы с моим мужем Сергеем работаем. Мы в Молдавии живем, в Кишиневе. Работаем в этом бизнесе с мая 2015 года. Я, как и все, пришла сюда и сказала, что я захочу сначала получить результат. Будет результат, буду говорить. Но начиналось все совсем по-другому. Где-то полтора года назад я познакомилась со своим существующим спонсором в интернете. Я проводила тренинги, она зашла, ей понравилось. Потом начали общаться в скайпе. Так мы где-то больше, чем полгода общались в скайпе. Каждый день. В один момент, это было в начале прошлого года, она мне начала жаловаться на то, что у нее болит то, болит это, сползает с кровати, не знаю что. И где-то, наверное, это было в апреле, не хочу соврать. Она говорит: ты знаешь, меня так замучила одна моя знакомая Ирина. Тянет меня на эту презентацию, тянет. Говорит: приехал президент, молодой, богатый. Говорит: слушай, пойду я, мне неудобно как-то перед ней. Пойду я хоть на него поглазею. Пришла она с этой презентации и рассказывает. Ты знаешь, говорит, на маркетинг даже не осталось, мне это не интересно. Но продукт хороший, продукт хороший. Я возьму попробовать. И вот она каждый день делилась со мной своими результатами. Что у нее прошло, что у нее не болит и так далее. В один прекрасный день она мне говорит: Наташ, у моей знакомой Ирины, которая меня потащила на ту самую презентацию, у дочки за 11 дней прошел псориаз. Вот тут меня прорвало. Мы-то с ней знакомы в интернете, мы вживую ни разу не виделись, и она не знала, что у меня 15 лет псориаз. Вик, я тебе благодарна, что ты до меня достучалась. Псориаза нет на 5-й месяц. Но самое интересное, когда я получила свои первые 3 коробочки, я 3 дня боялась до них дотронуться, потому что у меня было 3 анафилактических шока, и я реально боялась аллергии. И вот в одно утро мы выходим из дому, я беру 1-й леденец, и муж говорит: ну, ладно, здесь рядом республиканская клиническая больница, говорит, если что, ну, как бы, да. Аллергии не было. И что самое интересное, была очень сильная аллергия на холод. Зимой я не могла выходить из дома в мороз. У нас зима, мы в Москве, январь месяц, у меня аллергии нет. Спасибо. Сергей Сергеевич, спасибо. Всем спасибо, всему руководящему составу.